Привет, YouTube, я Сэм. И я давно здесь не появлялся. Сейчас все объясню. Пару недель назад на съемке мне в камеру попал лазер. Я несколько раз садился за монтаж, но каждый раз, когда видел в углу вот эту грёбаную дочку, я впадал в депрессию и не хотел больше ничего монтировать. Но когда меня припустило, решение нашлось. Теперь коммерческие проекты я делаю вот так. Видите эти рамки? Для влога, конечно, такой формат не пойдет, поэтому, скорее всего, вам придется привыкнуть к этой штуке. Кстати, после просмотра напишите в комментариях, мешала ли вам она. А теперь давайте наверстывать упущенное. Больше такого не повторится. Следующая цель – она. Появилась идея спуститься чуть пониже, чтобы меня сфотографировали. Очень надежно закрыто. Все, я здесь. Все, мы сделали все по карточке с ногами, поснимали небо. И нам нужно отсюда быстро уебывать, потому что с этого здания нас могли заметить. Хотя нас, скорее всего, заметили. Но могли позвонить в полицию. А это уже нехорошо. Итак, мы поднялись на еще одну башню, но у меня не хватает роста, чтобы увидеть с нее вид. Я вижу мир примерно вот так. И это просто бассейн на крыше, мы вышли сюда, поднявшись на лифте. Миссия сходить на крыши завершена. Уже вечер, я приехал снимать вечеринку на пляж. И я уже выгляжу вот так. Меня обсыпали краской, как только я вышел из тачки. Блядь, я не представляю, что будет там. Why not get a selfie with stranger in the rain? Yeah! Yeah, man. Thanks, brother. Missing some blue color on you. Oh, fuck you. The party is over. Надо поесть. Сейчас полвторого, я доедаю свой ужин и еду домой, мне ехать где-то час. Я никогда здесь не был. Когда я ехал сюда, я застрял в порту, и надеюсь, сейчас проблем у меня не будет.
Мне нужно очиститься от всей этой вонючей краски, чтобы нормально вести и не запачкать машину. На самом деле, для этого у меня такая дорогая техника. Когда ты тусишь на таких мероприятиях, никакая краска к тебе не попадает, ни в объектив, никуда. Все, так лучше. Поехали домой. Всем привет! Еще одно раннее утро в Дубае. Я готовлю себе рисовую кашу с фруктами. И уже совсем скоро мы собираемся... Кажется, вчера я пропустил вечеринку. Вам когда-нибудь было интересно, как выбрасывать мусор на 40-м этаже? Один. Все-таки как... Все-таки какое-то нелегкое занятие одновременно снимать и заниматься бытовыми вещами. Чтобы снять эту сцену, мне понадобилось 10 минут. Мусор я выношу за минуту. Ну, Сэм... Это же было очевидно. У меня сгорела каша. Поехали. Мы пришли на локацию. Нас не пустили сюда на машине, но мы прошли пешком. Коррега еще спал. И, блин, я здесь первый раз, но выглядит это все сдалека охеренно. Это просто несчетное количество свай, но локация очень интересная. Вау, мне здесь очень нравится. Стало, меняем локацию. А мы поснимали, приехали в Дубай Молл покушать. И сейчас я ищу парковку. Where's the cinema parking? Thank you. Смотрите, как это мило. Я беру машину и еду домой, потому что через несколько часов у меня коммерческая съемка для института дизайна. Черт, мне кажется, я опять потерялся. Через несколько часов у меня коммерческая съемка для института дизайна. Также мне надо домонтировать и выложить влог, сделать некоторые фотографии в Instagram, поесть, сходить в зал. Где машина? А вот моя машина. Все, погнали делать дела.